Масштабный праздник культуры в Одессе. Открытие фестиваля «Хочу в Одессу» стартует 24 июня. В программе спортивные, танцевальные и музыкальные мероприятия, концерты и события пройдут у памятника Дюку в горсаду, парковых и прибрежных зонах. Также задействуют Одесский зоопарк и Зеленый театр. В рамках фестиваля пройдет международный конкурс «Мисс Туризм Интернешнл». Красавицы из разных стран планеты продемонстрируют национальные костюмы и поборются за корону. Конкурс за неделю пройдет на трех локациях. Первое открытие – это главная сцена фестиваля «Хочу в Одессу», где представительницы из разных городов в национальных костюмах по Приморскому бульвару совершат такое вот шествие к главной сцене у Дюка и смогут дальше представить на сцене свои национальные костюмы, традиционные и стилизованные костюмы разных стран. На период выходных дней и дней, связанных с празднованием Дня Конституции Украины, Одесса превращается в сплошную фестивальную площадку. Это и спортивные соревнования, и заплыв, и полумарафон, который собирает огромное количество международных участников на этот проект. Это и целый ряд детских проектов фестивалей, о которых мы тоже расскажем поподробнее, такие, например, как «Черноморская жемчужинка». Это фестиваль детского хореографического искусства, на который съезжаются представители стран бывшего Советского Союза и дальнего зарубежья, и более 350 детей станут участником этого яркого проекта, танцевального проекта.